Почему минерал? Потому что это уникальная субстанция, которую Господь для нынешнего времени приготовил и поручил, как я поняла, просто мне. Мне и моей семье, которая поддержала меня в свое время очень искренне, потому что мы поняли, что организм нуждается не в пилюлях, ни в каких лекарствах, ни в уколах и даже не во врачах, а он нуждается в том, чтобы ему дать то, что нужно, и убрать то, что не нужно. Это как в свое время говорил Парацельс, великий Парацельс. Он говорил, что все живые организмы состоят из одинаковых элементов: животные и люди, и слоны, и собаки, и кошки, и человеки. Но избыток элементов или недостаток означает болезнь. Так вот, минералы – это есть основа здоровья. И когда их не хватает или избыток, тогда человек заболевает. Он не может справляться с теми ситуациями, которые есть сегодня в мире. Стрессы, экология, ложная информация, неправильное питание и отсутствие культуры принятия воды. Поэтому столько исследований, более 25 лет, я действительно посвятила этому уникальному продукту, но вначале, конечно, превратив его в доступный для использования человеку. Ну, сначала животным, а потом человеку. Это из глубины 70 метров субстанция, которая состоит из водорослей и ракообразных. А я думаю, что каждый из вас знает, что ракообразные – это вообще ген вечности. Поэтому наш продукт, он обеспечивает не только вот как бы нормализацию здоровья, но он обеспечивает еще, если правильно его использовать и создать фон правильного питания и культуры питья, то он обеспечивает еще уникальное свойство, регенерацию тканей, то есть и это что ведет к омоложению. Поэтому сегодня каждый человек, который прикоснулся к этому удивительному продукту, имеет шанс просто выглядеть в 70 лет, как в 50 минимум. И это подтверждает наш прибор, который мы так ярко, постоянно пользуемся. Прибор, который называется сканер TrueAge, и который показывает именно у всех наших пациентов, у всех наших партнеров, которые являются частью нашей компании, нашего Organic Mineral Club, просто значительное уменьшение вот биологического возраста по сравнению с паспортным. Мало того, что кто использует достаточно долго минерал, у него в крови очень интересные появляются свойства. Это тоже обнаружили мои студенты, студенты Института Европейского института междисциплинарных исследований и образования, которые владеют уникальной технологией оценки состояния здоровья по капельке крови. Так вот, капелька крови, которая взята у человека, который пьет достаточно долго уже минерал, например, как мой муж, более 20 лет, через 5 минут, если посмотреть ее опять под микроскоп, она превращается, то есть эритроциты, которые ранее плавали в плазме, как кругляшки такие ровненькие, кругленькие кругляшки, они становятся такими, как кристаллы, как соты. Это очень интересное явление, которое, я думаю, со временем будет привлекать внимание, привлечет внимание научной общественности, людей, которые именно заботятся о здоровье и занимаются здоровьем. Так вот, вот это уникальное свойство минерала, который превращает наш организм в правильную структуру. Почему? Потому что минерал имеет правильную структуру, потому что это тетраэдры, внутри которых находится важный элемент кремний,
который распределяет минеральные элементы равномерно по всему организму, именно туда, в чем, где нуждаются части нашего организма. Кремний – это вообще уникальный элемент, это элемент информационный. И потому важное свойство минерала, если мы его передаем с положительной энергией, если мы желаем человеку добра, радости и здоровья, то человек это получает как бы дополнительную такой бонус, и минерал работает четко тогда на регенерацию.